Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире «Новости района». С вами я, Евгения Григина. Сегодня в выпуске. Шаг в новую жизнь и начало большого пути. В Татарстане выпускные баллы. Объем продукции зависит от качества. У Мамадыша продолжается кормозаготовительная кампания. Дети мамадышских контрактников и мобилизованных бесплатно отдыхают в лагерях. Шаг в новую жизнь и начало большого пути. В Татарстане выпускные баллы, улыбки, слезы, теплые объятия и фотографии на память. Торжественная церемония прошла в Мамадышском районе. Сквер Ешлек собрал всех выпускников района, где прозвучали теплые пожелания и напутственные слова. Продолжение темы в следующем сюжете. Ляна Лукманова – выпускница лицея номер 2 имени Камиля Валеева, города Мамадыш. Она одна из тех, кто смог набрать высокие баллы по результатам ЕГЭ. Сегодня, в день выпускного балла, девушка строит планы на будущее. Экзамены я считаю, что сдала отлично. У меня достаточно высокие баллы, и я надеюсь пройти на бюджет. Я сама хочу поступить в КФУ на направлении менеджмента. И мне очень интересно связать, получается, свою карьеру с английским языком. Позади беззаботное детство, классные часы и выпускные экзамены. Но последние не отпускают даже в день праздника. Ребята делятся впечатлениями, узнают у друг друга баллы, которые получили за ЕГЭ. Как уверяют сами выпускники, никакого секрета нет. Надо только учиться. Честно, нет. На себя только надеешься и все. И на полной уверенности идешь, заходишь. Без волнения главное. Я думаю, что экзамены лучше оставить, поскольку благодаря ЕГЭ мы выбираем любой университет без вступительных экзаменов. А так, если их отменят, то в каждый университет придется отдельно сдавать экзамен. 99 учеников простились со школой. Торжественные линейки днем прошли во всех школах района. Там же вручили аттестаты и медали особо отличившихся в учебе. Таких в лицее номер 2 имени академика Камиля Валеева сразу 17. В этом году особенный выпуск. У нас выпускаются 37 выпускников. Из них медалисты 17 человек. Это получается золотой фонд. 13 золотых и 4 серебряных медали. Большой концерт и танцы до утра для выпускников прошел в сквере Ешлек. Эмоции непередаваемые. Не только дети, но и родители готовились к этому волнительному дню очень долго. Особенная подготовка в семьях, где выпускается дочь. Чтобы собрать полный образ для выпускного вечера, пришлось раскошелиться до 50 тысяч рублей. Сумка 2500, туфельки 2900, ну там уж макияж. Платье 29. Да. 4. Прическа, макияж вместе 4000. Ресницы 1600. Ногти, педикюр 2500. Амбиции, мечты и планы на будущее. Еще чуть-чуть, и эти ребята вступят во взрослую жизнь. А там уже начнется новый этап, который не менее интереснее предыдущего. Иванша Бабанязова, Фальшайхудинов, Лизан Ругалеева. Новости Татарстана. Объем продукции зависит от качества. В Мамадыше продолжается кормозаготовительная кампания. Наша съемочная группа побывала в крестьянско-фермерском хозяйстве Гатина в селе Средней Кермени. Земледельцы радуются, что в этом году масса зелени намного лучше, чем в прошлом году. Об основных показателях работы фермеров в следующем сюжете. Сергей Суворов, КФХ, незаменимый работник. Подъем в 4 утра, надо помочь дояркам в загоне КРС, после чего накормить и вывести навоз. С 7 часов у мужчины рабочий день продолжается в поле. Если техника не подводит, то настроение на работе боевое, говорит мужчина. Нормалек. Нравится вам своя нравится, работа? Нравится, очень нравится. Угу. Обиды нет насчет работы, нормалек. Сенокосные угодья фермерского хозяйства занимают площадь в 70 гектарах. В этом сезоне планируют заготовить 360 тюков сена. Это с запасом, отмечают они. В КФХ заготавливают корма стандартным способом. Зеленую массу сначала сушат в поле, потом прессуют, затем доставляют на склад. Вот здесь разные травы уже. Можешь чаем сделать. Вот какие красивые. Вот, с цветами. Просто чудо. Ракевгатин нынешнее сено не зря сравнивает с травяным чаем. А все благодаря тому, что сенокос в этом году своевременный и состав получился хороший, отмечает он. Даже цветочки, которые есть в сене, дают особый вкус молоку. Мы поступили в работу это неделю назад, 10 дней. Вот дожди не попали, сено хорошая корма, и уборка хорошая будет. Все нормально.
К слову, в хозяйствах Мамадышского района кормовые культуры выращиваются на площади более 18 тысяч гектаров. В районе также возделывается кукуруза. К ее уборке приступят во второй половине лета. Ланш Бабанязова, Фальшия Гудзинов, Ильза Нургалеева. Новости Татарстана. Дети мамадышских контрактников и мобилизованных бесплатно отдыхают в лагерях. Это одна из мер комплексной программы, реализуемой в республике по инициативе РАИСа. В третью смену оздоровительного лагеря КАМА прибыли сразу 14 ребят, чьи отцы сегодня на поле боя. Продолжение темы в следующем сюжете. Для Розалии Яковлевой вчерашний день запомнится надолго. Именно здесь, в оздоровительном лагере, состоялась долгожданная встреча. К ней приехал папа из зоны СВО. Боец из Мамадышского района сам смог оценить, насколько хорошо организован летний отдых детей. Ну, была радость, потому что папа приехал за столько время. Он ведь, ну, не каждый бы смог так просто пойти, а он пошел сам. У Зайнаб Арслановой и Самир Ахмедзяновой папы тоже в зоне СВО. Как только получили приглашение в лагерь, они сразу же согласились. Лето для детей – это разрядка накопившихся за год напряженности. Восполнение израсходованных сил, восстановление здоровья, развитие творческого потенциала, совершенствование личностных возможностей, время открытий и приключений. А для детей военнослужащих это еще и возможность отвлечься от тревоги за близких. Это отлично, мне нравится. Я уже тут вторую смену, получается, и, может быть, еще поеду в третью. Мне здесь очень сильно нравится, и мы здесь узнаем что-то новое. И здесь очень весело, добрые, вожатые и веселые дети. В этом сезоне в лагере КАМА организовано 6 тематических смен продолжительностью от 7 до 21 дня. Детям военнослужащих, которые участвуют в СВО, район предоставляет путевки бесплатно на каждого ребенка. В этом году у нас план на район стоит 85 детей. Сейчас в нашей смене на сегодняшний день отдыхает 14 детей СВО, дети мобилизованных. Для них подготовлены мероприятия – это патриотическое направление, в основном спортивные, какие-то семейные, на семейные ценности, различных форм мероприятий для них подготовлены. Самира Рахимова из добровольческого отряда. Слово «своих не бросаем». С началом учебного года они у себя в школе организовали это движение, благодаря которому сделаны окопные свечи, плащ-палатки и собрано необходимое количество гуманитарной помощи. Девушка тоже среди отдыхающих в лагере. Здесь она не только отдыхает, но и выполняет определенную миссию. Я приехала на эту смену, и тут я намерена рассказать про свой опыт, который у нас развивается в школе, чтобы, как сказать, вдохновить других ребят, участников смены, на такую же добрую волну, чтобы они также вместе скрепились и делали добро во благо нашей Родины. Стоит отметить, руководством республики из бюджета выделено почти 60 миллионов рублей. 6 тысяч путевок выдано сыновьям и дочерям контрактников и мобилизованных. Ланш Бабанязова, Фальшия Гудзинов, Ильза Нургалеева. Новости Татарстана. На площадке отдыха села Нижняя Сунь Мамадышского района прошел фестиваль татарских вокальных ансамблей «Лейса. Песня Суньская». Мероприятие прошло в рамках гранта Фонда культурных инициатив, который выиграл коллектив Сельского дома культуры. На празднике песни и не только побывала наша съемочная группа. Быть в национальных костюмах и петь татарские народные песни – это основные условия фестиваля «Лейся. Песня Суньская». Особенность мероприятия в том, что он впервые прошел в массовом формате, где 19 вокальных ансамблей из сел района продемонстрировали на сцене свою любовь к татарской песне. Своими выступлениями они доказали необходимость сохранения национальных обычаев, традиций татарской музыки. На средства гранта мы сшили сценические костюмы для взрослого ансамбля «Яткарь» и детского коллектива «Зеляй-Люк». На оставшуюся сумму приобрели призы для коллективов-победителей этого фестиваля, также их членам, занявшим призовые места. Действительно, сегодня важно почерпнуть вклад не только взрослых, но и детей в сохранении татарских народных песен и мелодий. Доказательством тому стали выступления в составе ансамбля как школьников, так и молодежи. На Майдане также прошли мастер-классы от рукодельниц Мамадышского района. Участники угостились национальными блюдами, пловом и другими угощениями, которые были на накрытых столах. На 12 июля сок
от корней до верхушки доходит и обратно начинает уйти. Вот тогда и надо собирать для веников щенки, потому что листья уже укрепились. Сегодня спрос на вышитые изделия очень большой, и продаю, и участвую в выставках, мастер-классах. Хочется научить нынешнюю молодежь ремеслу предков. Безо всяких сомнений можно сказать, что фестиваль достиг своей цели. После завершения фестиваля Майдан не опустел. До вечера здесь гремел праздник Сабантуй, а для молодежи была организована дискотека. Ланж Баваниазова, Николай Михайлов, Айша Худдинов, Ильза Мургалеева. Новости Татарстана. Спортивный комплекс «Дружба» в селе Нижний Ошма Мамадышского района в этом году в 12-й раз принял всероссийские соревнования. На его коврах юниоры по вольной борьбе в 4 возрастных категориях разыграли 20 комплектов медалей. Турнир проводится по инициативе генерального директора группы компаний «Родные места», вице-президента Федерации вольной борьбы Республики Татарстан Рифата Мутигулина. С каждым годом география участников расширяется. В нынешних соревнованиях приняли участие около 200 вольников из 8 районов Татарстана, 10 регионов России и Казахстана. Нас пригласили тренера из Мамадышского района, из Нижнекамска ребята пригласили. Они к нам в Западно-Казахстанской области приезжают, из Нижнекамска приезжают, с Мамадышского района приезжают, из Казани. У нас традиционные турниры, мы тесно работаем, тесно взаимодействуем. Связь есть у нас между республиками и старшими тренерами. Борцы всех возрастов в течение дня соревновались на 3 коврах. По составу среди участников преобладали мамадышцы. 38 наших спортсменов вышли на ковры. Из них 13 поднялись на пьедестал почета. Из 34 вольников команды Чувашской республики медали выиграли 12. Из 16 дагестанских борцов на пьедестал поднялись 7. И у казахстанцев тоже был результат. 3 из их 12 вольников выиграли медали. Словом, из команд, приехавших на соревнования, на пьедестал поднялись представители 15. На сегодня это все новости. Я с вами прощаюсь. До скорых встреч!